Твоими, как всегда, хардкекс. И я себе купил новую тачку, а это значит только одно. То, что я сейчас буду выбивать номера на эту тачку. Вот такая ламба в аренду, довольно-таки неплохая. И я ее выслеживал очень давно. Ну, я думаю, недельку точно я ее смотрел на Файфвита, искал, но ее не было. ФФТ полностью купил. Вот, давайте крутить кейсы, посмотрим, что мы выбьем. Будем, конечно же, стараться черное выбивать. Ну как стараться, посмотрим, может белое поставим, может черное, но надеюсь на черные, конечно же, крутые. Поэтому перед началом обязательно ставьте лайки, ну и подписывайтесь на канал. Ссылка на лаунчер GTA 5 есть в описании. Как только залетаете, чтобы получить бонусы новичком, залетаете, нажимаете F10 шестеренка приглашение и сюда вбиваете мой реферальный код. Кексик. Нажимаете «Сохранить», с подарочков сразу же забираете випку на 10 дней, а также при достижении 5 уровня вы получаете 12 500 баксов. Постепенно, при повышении левела, вам по чуть-чуть выдает. В общем, приятного просмотра. Тем, кто кушает, приятного аппетита. 109 тысяч у меня на руках, к сожалению, потому что я практически все потратил. У меня еще 64к в запасе, поэтому давайте пробовать. Купить номер. Будем, я не знаю. Попробуем. Наверное, с этих. Давайте вот так, раз. А, все номера черные мы будем забирать, потому что их мы можем продать, ну, по крайней мере, по 1002, там, 3, где-то в этом районе. Посмотрим, окупимся мы или нет. Один раз мы выбивали четкие номера. Так. Ну, забрать, понятное дело, да? Наличные. Вообще ни о чем. Давай. Вот. Казалось бы, да? Дабл... А, ну, почти. Ладно. Ну, эти можно себе, если что, поставить на крайняк, если нам ничего вообще не выпадет. Так, 49 тысяч у нас осталось. Слушайте, опа. Ага. 3-3-2. Ну, блин, почти. Хотя бы троечки выпали. Давайте, опа. Ну, блин. Тут можно, казалось бы, что-то интересное написать, нет? Ладно, забираем. Так, 19 тысяч осталось. Слушайте, давайте крутанем белые номера. Очень быстро как-то это все. Наличная. 3-3-6. Ага, почти. 3-3, почти. Так. Ага. Ага. 171. Ну, такое. Такое. 3-2-8. Такое. 7-9-7. Такое. Хотя бы 3-7 было. Хотя бы 3-2. Вот тут как будто бы Ра-фа. Ну, почти Рафаэль. Хм. Наличная. Так, ну почти 3-7. Нет. Что это? ТЗ ЗОД. Тоже ни о чем. Тоже мимо. Вот тут почти скам можно написать. JT скам. Так, 700. А, 9700 получается. Ну почти. Прикольно, но нет. Они ничего не стоят в любом случае. Иногда попадаются, кстати, классные буквы, но я их не замечаю. Вы в комментариях пишите, ой, он специально пропустил номер что-то там за 400к. Я думаю, какой 400к? Это белые номера. Оказывается, там какие-то буквы были, можно было их поменять, и этот номер стоил бы вообще охренеть каких бабок. Но я хз вообще. Видать, я просто прошляпил этот момент. Так, тоже такое себе. 3 цифры, походу, мы не выбьем сегодня одинаковых. Ну вот, тоже, да, почти такие. МММ. Если бы еще здесь М было. И здесь М было. О, вот это номера были бы люты. Не знаю, оставить их, не оставить? Я думаю, нет. Так, ну такое себе. Ну вот, почти что-то прикольное, но нет. Почти 3 пятерки. Опять почти 3 пятерки. Почти 3 шестерки. 7-8-9. 9-8-2. Почти 3-7. Блин. Было бы классно. Мы бы продали их нормально. Ну, я думаю, за 1040 хотя бы, да, там, по-быстрому, по фасту. Почти 3 шестерки тоже. Да блин, ля, вообще не пруха сегодня какая-то. Почти 3 пятерки. То есть 2 цифры есть, а 3-я вот не добивается. Вот, неплохо, но нет. Ну. Так, главное оставить себе бабок на то, чтобы поставить на учет.
почти 3 семерки, опять 2 семерки, а третья цифра вообще не то. Так, ну, нет, нет, нет. Почти 3 двойки. Слушайте, вообще какая-то непруха сегодня у нас. В тот раз было так замечательно. Ну вот, ну почти, гляньте, ну. Такс, такс, такс. И все. Ну, слушайте, вообще ни о чем на самом деле. Вот этот номер я поставлю по-любому, вот он. 770. Остальные, ну нет. Ну, вообще нет. Ну, вообще нет. Поэтому ставим этот номер. И она уходит в аренду. Так. Прочее, повесить номера. И вот он, номер. Я не знаю, как он будет смотреться. Нормально, ненормально. Ну, блин. Вот такое. Чисто рандом полнейший. Я не знаю, что можно было. Давайте посмотрим чисто ради прикола. Что можно было бы вообще из номеров поставить сюда? Ну, допустим, 3 единички, да? 3 единички, 166 тысяч у нас стоит. Вот такой номер, кстати. Ну, неплохо, кстати. У меня бабки такие были. Можно было просто его купить. Но нет, это не прикольно. Мне хочется самому выбить его. Так, 3 двойки. Тоже там такое себе, да? 3 тройки, допустим. Черные есть, 180 тысяч. Тоже, казалось бы, да, вроде прикольно. Но 180к уже как-то подороже. 3 четверки. 120к, вот. Вот это уже ближе к правде, да? 120к, вот самые дешевые. КС, DPI. Вот еще тоже, только подороже уже. Только черные номера смотрим. 3 пятерки. Нету. 3 шестерки будут до хрена стоить. Да, 400к сразу, на. Черные номера, 3 шестерки. Давайте, ну 3 семерки, понятное дело, тоже будет стоить до хрена. Вот у нас 5 миллионов, но это уже прям слишком жирные. Так, сначала подешевле. Что у нас тут? Ага, тут пуси. Вот такой бы номер выбить, нормально было бы. Вот, дальше смотрим, что у нас там. 3 восьмерки. Нету у нас номера. 3 девятки. Тоже нету. Короче, вот такой видосик. А, вот 3 девятки тоже плюс-минус прикольный. В общем, пишите, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Вот. И будет продолжение. Для вас снимал Hardkex. Увидимся.